Здорово, граждан победу спирита. Лайк за твой танец в конце финала. Спасибо. Так я каждый день в теле танцую в конце эфира. Меч и щит светятся с грейдом на ДК. Прикольно. Мистер Лак, блин. То есть, ну, мистер Лак, да? Со всеми турками ебашит. У вас что за герой, парни? У меня... Пудж. Ну, у меня течка вообще. Без шуток. Давай на 3 течи отойди, я накину. Да 3 течи с говно полное. Я могу на 5 сыграть. С 9 слотами? Да не, 9... да я их не нафармлю. Тяжело же. Ну, я могу в целом. Надо, чтобы мы вместе так. Ладно. Ну, пуджа в бот тогда похуй, чё. Или я в бот, а ты на вивере тройки. Ой, на... Чё, а, можешь? Не, ну ладно. Ладно, всё, я в топ, короче. Так, я возьму... Попробую с 9 слотами сыграть. Аспекты течется, типа усиленный бластов, но по себе тоже больше бьет. Либо за каждый атак рейндж ты получаешь один атак спид. Типа снайпером становишься, но это вообще похуй. И либо 9 слотов активных у тебя в инвентаре. Я думаю, ветки нет смысла покупать турбо. Я куплю 2 бруска, 2 нулика, что-то такое. И потом посмотрим. 9 слотов точно беру. Ну, в целом, я могу 6 брейсеров купить, которые скелятся... Так ты можешь неактивные слоты. Сюда даже нейтралки работают. Я в первый день тестил, нейтралки тоже работают. Все причем нейтралки. То есть ты можешь нейтралку в бэкпар захуярить, она активная. Статы со стэша даются, да. Ну вот, смотрите. Сейчас он откатится. 6 секунд пойдет, он сейчас достат. Не дает. Бля, у меня статы появились. Пропали. Появились. Так, сейчас будем хокать миди, ребят. Я 9 брусков куплю, парни. Давай, да? Пятый. Лард поставил здесь опс. Я сломаю. Можешь сломать, если хочешь. Или так можешь. То есть мистер Лак регает на тимбере в ММе, правильно? И в турбо ебашит. Майна, ты... Предыдущий раз, когда я играл против мистера Лака с магой, он был на бруде. Угу. Красава. Турецкую команду какую там пойдет? Я не знаю, левел ап масс. Ну на ПК встал! Ой, сори. Ну сори, это все. Стив Хуйс. Его лучше не зритель, блядь. Он нервный парень. Мне сокомандник нужен. Рейндж атаки чуть понерфили, сразу чувствуется. Экстрим Азур будешь ставить? Ну посмотрю, да, ты поставлю. Смотри, если они почему-то меня присоскнут, я просто Розара бить. Нулик работает, расслабьтесь. У меня талант на 9 слотов. Here
Да, да, пассивный нулик. Теперь я понимаю, кто у меня будет на стриме теперь писать. Нереальные таланты, так сказать. Ебать, он тулит. У него арканы прилетели. Пассивный нулик, да? Да, да, пассивный. Да он сейчас арканы нажмет и ёбнет, чё. Мистер Лак ебёт, ребят. У меня ещё не взял тазер. Это турецкая комбо, ребят. В топе разор, разор висп. Ну ладно, видимо, не тоже next ESP надо ебенить. Ебать, дэмэдж солидный. Пуч. Пуч, тебе надо со мной. Меня килы забрал, надо со мной. Я один взял, и другой я взял один. Ну, я, допустим, так. Гирокоптер тоже так говорил. А, ребят, можно next, потом. Ребят, нас топтал пиздец в боте, я не знаю. Так вам удобнее будет? Он еще чекарам восьмерку не дал. Ну, второй чекарам еще. Мне лево вдавили еще. Охуеть. Ведь он реально опередил время. Я без арма, увы. Я просто забегал с Фаурадора. Делаем, 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 пуч. Давай, давай, давай. Будет обидно. Давай, 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 шаг. Понял. The enemy attacks your bottom tower. Так тут таты x2 даются на 12 минуте. Как же нас в рот ебут, боже мой. Чё, как камбэкать будем, ребят? Да камбэкнем как-нибудь, гаджишка делишь. Даггер Кая, охуеть. Кто качался с ним? Ладно, хукаем на мины, ребят. Он в инвизе получает сниженный урон уже. Что вообще полная хуйня? Да у него в инвизе сниженный урон, там еще челы пришли. Ну что, ребят, день ног на Свардаре. Идем ебаться в них, идем. Идем, 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 пуч, делаем. Давай. Сюда. У него даггер, правда.
офигеть, там скулы летают. Вард. Тимбер он и забрал. Go, go, go. Я не попал в слово. Нет! Нормально, нормально. Кам-камыч, ребят. Шагом, шагом, ребят, мы возвращаем игру свою. Тут со стриков дает, дает больше, так что нормально. За плантовку на Б сейчас сделаю. Просто кайф. Тимбер бежит вас, ребят, где-то. О. Пора базу плентить, так кажется. Да, блять, у меня мины кдшатся дольше, чем я ресуюсь. Главное держаться и все. Знаешь, люди сказали не бухтеть. Надо просто затянуть пояса и... Он даже без эфирного шоута. Го-го-го-го, ребят, это не позалить. У него мека лотус, ребят, а че этот? Это не позалить, ребят, это нормально. Мека локет. Главное не позволять, ребята, умерли или не умерли, это не важно. Главное свои границы ставить. Ебать, как же я его только что трахнул, видели? Сейчас кухну, стакай, стакай, давай, давай. Да у меня больше нет, чё, иду до базы. Блядь. На 12, там поплотнее будут мины. Чуть осталось, главное не бухтеть. Затянуть ну, поезд, да. Не позволяем, самое главное. Главное не позволять. Все, мины пиздец сильные, еби. Понял, Макар дал осечку. Нормально, шаг за шагом. Сейчас БФ на 15-й, на 19-й манта будет. Я не дал мины сломать, все нормально. Хорош, хорош. Ладно, go standing, go next. Возьмем пуржа на керри. Позволять, позволять нельзя, позволять нельзя. Это наша территория будет. Да, да. Все, скоро манта, угу. Ебать, пошло нахуй. Добро. Сейв года был. Делай, Дух, делай. Дух, давай достань, а ты кукнешь. Смотрим, делаем. Давай. Давай, давай. Да выебывался. Ага, понял. Не позволяй, не позволяем, самое главное. Свардар не позволяет наш лес качать, видите?
впитываю, в правой лапе стою, ну бля. Тогда, ребят, тонкая натура, вам надо это учитывать. Как и пуч. Макар, делай, брат. Делай, делай. Он уже идет, не волнуйтесь, он говорит. Главное, ребят, что перед сном у вас не было мысли о том, что вы струсили. По одному, суки, по одному.